Ты какие палки таскаешь? Друзья, приветствую всех на канале Рыболов Копатель. У нас сегодня опять дачный коп будет. Все, погнали. Так, секретный ход. Вот он. Субзайцы, говорят, малину приходили рвать. Один, второй, третий. Теперь пришло время полезной информации. Интернет-магазин «Антиквар 32» дарит скидки до 25% на металлоискатели и аксессуары по промокоду «Рыбакоп». Каждый, кто увлекается копом, сможет подобрать для себя товар в каталоге, а это и металлоискатели, и пинпоинтеры, поисковые катушки, поисковые магниты. Также каталоги монет. Можете подобрать для себя металлоискатели БУ. Переходите по ссылочке, которая будет указана в описании. И обязательно применяйте промокод РЫБАКОП. Это даст возможность получить скидку до 25%. Обязательно переходите, радуйте себя, выбирайте, знакомьтесь с ассортиментом. Он здесь очень широкий, много товаров представлено, есть из чего выбрать. Я думаю, любой копарь сможет удовлетворить свои потребности, порадовать себя или выбрать подарок своему другу, комраду. Так что не оставляйте без внимания, все ссылочки будут в описании. Переходите, смотрите, выбирайте, покупайте. Специально для тех, кого настройки интересовали. Так, хожу я, значит, с XP RX прибором. Катушка X35, 22 сантиметра. Так, настройки. Программа CoinFast. 17,2 кГц. Частота. Дискрим. 5,5 поставлю. Чувствительность. 98, скорость 2. Все, погнали. Называется, не успел зайти в лес. Уже на паутине болтается. Свинело тут на пятачке. Кусок раскладного ножа, лезвие из нержавейки было, кусок ручки, похоже, что рог, это животного какого-то, расточенный маленько. Что-то вокруг ищу, может, лезвие, думаю, будет, не видно ничего. Не знаю, что это. То вниз сдвигалось. Какая-то крышка и шкала.
не знаю, от 0 до 340, что это. На спидометр не похоже. Град 10 030. Может, кто-то узнал, напишите. Следующие сигналы. Крышка Вердункер, похоже. Такая приспособа. И вот стекло пошло толстое. Что-то какая-то аппаратура здесь базировалась. Начал шурфить, все звенит. Вот здесь позиция была, я так понимаю, какое-то орудие здесь стояло. Вот часть вылетела, это похоже на буссоль, система направления огня, корректировки. Что-то закрывало вот эта штуковина с маркировочкой. Цветные дела. Здесь электрика. Дальше, значит, сменный ствол пулемета МГ. Здесь лежал на входе на позицию. Ну что, закончил поисков, понавылазила сегодня. Так, еще цветняшка всякая. Вот это корпус, не знаю, может, от часов или может какой-то кулон был, не пойму. Цвет мед. Вот эта шкала, это градусы. Что-то я сразу не понял. Так что вот так вот. Такой вот дачный коп получился. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто еще не подписался. И до новых встреч!